Оставив машину на парковке, саратовец ушел по делам. Через несколько минут сотрудники полиции сообщили ему, что с помощью специального оборудования злоумышленник открыл автомобиль и похитил личное имущество владельца. Подходит, говорит, вашу машину, говорим, да. Ну, как бы, пройдемте, произошло вскрытие вашей машины. Uh-huh. Ну, подошли туда, к машине, подходить не вели, вот дождались. Следователи. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи саратовец. Он признался в содеянном и пояснил, что якобы пришел на рынок за покупками и по пути решил воспользоваться сканером. Что сделали? Украл. Что именно? Откуда? Когда? Машина часа полтора-два назад. Каким способом, скажите? Открывал сканером. Ага. Просто я не знаю, щелкнул, она открылась, и все. Сканер откуда взяли? Нашел. Где в городе. Где они валяются? Я не знаю, где валяются. Я заводском нашел. Сотрудники оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по городу Саратову, задержавшие подозреваемого на месте совершения кражи, доставили его в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело. Отделом дознания отдела полиции Фрунзенского района города Саратова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сумма ущерба, причиненная собственнику, составила более 6000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.